Новости. Новый сквер в день рождения Ленинского района. Такой подарок получили жители многоэтажного дома по улице Дзержинского, 4. За считанные месяцы на месте пустыря возвели многоуровневую зону отдыха для детей и взрослых. Ее официальное открытие отпраздновали всем двором на празднике «Город счастливых детей». Но у многих были сомнения, многие не верили, и это тоже правильно. Но сегодня я поздравляю с тем, что в нашем Ленинском районе, в этом именно месте, появилось такое еще одно замечательное место, в котором каждый найдет себе, наверное, приют. Еще год назад о благоустройстве в этом районе жители могли только мечтать. Более того, были опасения, что на месте снесенного многоквартирного дома появится новая многоэтажка. Теперь же, благодаря программе поддержки местных инициатив, в распоряжении местных жителей появились 3 зоны отдыха. Самая верхняя из них – игровая площадка для детей с лесенками, качелями, горками и песочницей. Средняя и нижняя площадка для отдыха горожан. Здесь установили скамейки, обустроили альпийские горки, газоны с цветниками. Объединяет все 3 уровня единый стиль, уже привычный для горожан цветной тротуарной плитки. Стоимость проекта составила порядка 12 миллионов рублей. Неоценимым был вклад инициаторов проекта, местных жителей, которые безвозмездно посвящали благоустройству площадки время и силы. Мы говорим спасибо жителям, которые были неравнодушны, подталкивали администрацию, вплоть до того, что смотрели, куда скамейки поставить. Самый благоустроенный город страны продолжает подтверждать свое звание. Плюс 1 благоустроенная площадка в центре города, плюс 100 довольных отдыхающих горожан. Тамара Годомская и Никита Чуб, АТВ Ставрополь.